Мы приехали в Ромаду Плазу и заходим внутрь. Вот она. Welcome, Ромада Плаза. Все. Зона ресепшн. Стенды. Здравствуйте. Hello. Мы по резервации зарезервировались. Витюша, ой, Кирюша, приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Hello. How are you? Все хорошо. Привет. Привет, привет. Кирюша доехал. Все хорошо. Да. Как тебя зовут? Да. Как тебя зовут? Кирю. Все. Спасибо. Спасибо. До свидания. Я думаю, что нет. Просто мы идем на лифт. Всегда через этот лифт нас поднимали. Любой номер нас через этот лифт поднимали. Здравствуйте. Кирюша. Ух, там какие машинки, да? Ну, сейчас поедем мы. Все. Проходи. Спасибо. Вот так. Слушай, все. Там будет зеркальный лифт. Ты? Да. Here's the B5 floor is minus 5 in super center. Вот такие виды у нас с нашего этажа. Вот такие виды открываются. Идем дальше. Сейчас все посмотрим. Всем привет! Мы находимся в отеле Ромада Плаза Анталия. Номер на 9 этаже, стандарт, с видом на город и частично на море. Вот там вдали черный квадрат, куб, это магазин марк Анталия. Здесь перед окнами парк строят, до сих пор еще не сдали его, до сих пор огорожен. Уже делают несколько лет, кстати. Вначале тут просто вели какие-то раскопки, а потом, видимо, решили сделать парк. Ну и вот дальше там у нас залив, море, Калеичи. И там, по ту сторону залива, Канелты. Район Канелты. А сейчас покажу вам номер. Итак, сейчас я покажу вам наш простой стандарт в отеле Ромада Плаза. В этот раз мы сюда заехали в третий раз, репиты. И, честно говоря, мы не ожидали, что нам дадут такой ужасный номер, который уже полностью... Да-да, заходите! Обшарпанный весь, все разбито кругом, все в грязное, зеркала побиты, такие вот стены, все в пятнах. Hello? Да-да, пардон, заходите. Угу. Здесь тоже пятна на стенах. На стенах, на потолке. Номер. Убитый. Спасибо. Не раба. Ой, ташикюры берем. Вот такие вот. Кругом пятна. Все стены изгажены. Санузел такой же. Побыстрее. Всем привет. Доброе анталийское утро из отеля Ромада Плаза Анталия. Мы наконец-то добились смены номера. Вчера был
серьезный день, серьезная битва с руководством отеля. Честно говоря, очень удивлен такому отношению. Мы репиты в этом отеле в третий раз. И по приезду, хоть я заранее с ними списывался, заранее о себе говорил, по приезду нас заселили совершенно в дурацкий номер. Разбитый, грязный. И вчера мы очень долго выясняли отношения по этому поводу. А сейчас я вам покажу номер, который сейчас у нас, в котором мы сейчас живем. Итак, это вид с балкона нашего номера. На море, горы. Честно говоря, такой же точно номер нам дали в самый первый заезд, когда мы заехали сюда в первый раз, несколько лет назад. Проходим. Сейчас пройдем в комнату. Здесь у нас стол, стулья. Все, небольшой такой балкончик. И заходим в сам номер. Кресло, столик. Здесь обычная картина, которая во всех номерах тут висит. Вот здесь у нас кровать. Витя, привет. Тумбочка, люстра, розетки. Тут большая кровать. Можно сказать, трехспальная. Спим с маленьким ребенком. Здесь тумбочка опять. Тут шкаф двустворчатый. Полки. Сейф. Вешалки, плечики. Мини-бар. Мини-бар здесь в Ромаде Плазе. Мини-бар частично платный, частично бесплатный для тех, у кого ультра-ол. Для тех, у кого ультра-ол, бесплатно только нижняя вот эта вот полка. Все, что здесь и вот здесь, на верхней полке, это все платно. Запомните, пожалуйста, те, кто приезжает в Ромаду Плазу впервые, нижняя полка бесплатна. Итак, дальше смотрим. Две чашки, чайник, тут чай, кофе, сахар, белый, коричневый, инструкции различные, утюг стоит. Так, а здесь у нас бонус отеля Ромада Плаза. Вот такая вот тут есть доска, что в принципе большая редкость для отелей. Редко в каком отеле вы найдете утюг, причем полноразмерный утюг большой и гладильную доску. Это редко в каких отелях бывает. Итак, здесь у нас по эту сторону идут телевизор небольшой. Полочки с доводчиками, которые не всегда срабатывают. Стол большой, полка, место для чемоданов, кондиционер, сплит-система. Вот такая вот. Дальше подходим. Здесь у нас зеркало. Всем привет. Дверь. А в Ромаде Плазе также еще такой бонус, что изнутри дверь закрывается вот на такую собачку. Тоже редко дверь с доводчиком. Редко в каких отелях такое наблюдается. Все. Заходим в санузел. Санузел просторный в простых номерах, в стандартах. Душевая кабина с дверкой. Каскадный душ. Простой душ. Все. Моются здесь. Вот это вот бесплатно. Там стоит шампунь, кондиционер, Dove. То есть им и голову, и тело моешь. Унитаз. Как обычно, телефон. Мусорка, ёршик. Здесь лежат. Также платно в Ромаде Плазе. Зеркало большое, увеличительное. Обычное большое зеркало. Раковина. Смеситель. И смотрите, не все знают, покажу, вот торчит тут крючок. Если мы его поднимем,
Доброе утро с анталийской террасы отеля Ramada Plaza, где проходят завтраки и открываются вот такие вот виды. За что я люблю этот отель? За то, что здесь можно завтракать, наслаждаясь вот такими видами. Я попал в древнюю пещеру. Сырость, тусклый свет, катакомбы. Но впереди виднеется какой-то свет. Надо идти на него. Люди, ау! Есть кто живой в этих катакомбах? А в ответ тишина. Никого. Люди! Есть кто живой? Куда идет эта пещера? Вы чувствуете ужас? Свет! Я вижу свет в конце тоннеля. Наконец-то близко выход. И показались люди. Железные решетки мы преодолеваем. И выходим. Ура! Море, свет!